Пока работница ломбарда застегивала украшения на шее клиентки, та достала газовый баллончик и распылила его в глаза потерпевшей. После этого злоумышленница выбежала из помещения, похитив цепочку. Сотрудница бросилась ее догонять. Со стороны погони увидел случайный прохожий. Он попытался задержать злоумышленницу, однако та распылила ему в глаза слезоточивый газ. На место в это время прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Они задержали подозреваемую и доставили ее в отдел полиции, где была установлена ее личность. Выяснилось, что 25-летняя сочинка уже была судима за совершение грабежа. Подозреваемая помещена в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Девушке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.